Рогалики с вареньем, постная выпечка, без молока, кефира и яиц. Всем большой привет и давайте готовить! В миску вливаем 200 мл теплой воды, добавляем 5 грамм сухих дрожжей. Также 1 столовую ложку сахара и 1/3 чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем. Теперь будем вводить частями просеянную муку, где-то чуть больше, чем 2,5 стакана, 420 граммов. Пока тесто еще жидкое, добавляем растительное масло 100 мл и продолжаем дальше вводить оставшуюся муку. Мешаем ложкой, пока мешается, а затем руками. Вымешиваем на столе тесто где-то 3-4 минутки, собираем в колобок, ложим в миску, накрываем полотенечком и даем постоять 20 минут в теплом месте. Я включаю духовку на 50 градусов и ставлю туда постоять свое тесто. Вот прошло 20 минут и тесто стало таким, как надо, мягким и полностью подготовленным для работы. Немного вымешиваю тесто и делю его на 3 части. Раскатываю первую часть теста толщиной приблизительно 5 мм. Тесто катается очень легко, совершенно не липнет, без всяких затруднений. Делим тесто на вот такие треугольнички. Теперь на один из треугольников ложим половину чайной ложки или чуть больше варенья или густого повидла. Отвернув уголки вовнутрь, как бы закрыв края, закручиваем варенье в рулетик. Таким же образом продолжаем закручивать все рулетики, пока не закончится тесто. Такие рогалики можно делать с разной начинкой. Например, с вареной сгущенкой, с творогом, а также с какой-нибудь соленой начинкой. Думаю, тоже будет вкусно. Ну а сегодня у нас постные рогалики с вареньем. Лучше всего, конечно, ложить густое повидло. Но у меня нет повидла, поэтому я использую густое варенье из черной смородины. Ну вот, все готово. Этого замеса теста хватает ровно на один стандартный противень. Отправляю выпекать на 20-25 минут в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Сегодня я использовала вот такие ингредиенты, которые вы видите на экране. Вот такие рогалики получаются в готовом виде. Я бы сказала, готовятся они очень просто и быстро. По желанию также можно присыпать рогалики сахарной пудрой, а можно оставить и так. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Делитесь им в соцсетях, ставьте лайк, если понравилось, и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. С вами была Оксана, и до следующих вкусных выпусков. Пока-пока!